Всем привет, это продолжение партии за Мали в Sid Meier's Civilization 6. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. А также напоминаю, что спонсоры канала видят все серии сразу во вкладке «Сообщество». Что ж, приятного продолжения вам просмотра. Мамочки. Ну. Восемь ходов. Так, японец рабочего привел. Ну, типа, я так понимаю, что он смотрел, что происходит. Засвечивал территорию. Так, этого парня к Аккаду. У меня тут все отваливается по жести. Кангабы будем атаковать. Что, Киото попробуем забрать. О, плюс 9,5. Ну, Сидзоку взял, видите. А в среде серии ты понял, как я собирался Мбанзу оставлять? Я не думал, что она столько влияния имеет. Да вообще жесть. Нет, видимо, не понял. Не, если что, все тащи к Парижу. Желательно тащи что-нибудь противотанковые. Космопорт 1400. Ой, слушайте, а давайте лучше купить сколько? 2880. Давайте Мокшу в Сегу. Да, блин, а тут уже ислам тут. Лёш, может, не надо так агрессивно меня обращать? Я науку за это получаю. У тебя ж есть религия, ты можешь посоперничать. Австралиец, а зачем тебе линкоры рядом с моими городами? Они просто плавают в разведке. Я не видел.
Ну что, может это оставить Горга? У нас тут счет. Давайте Мокшу в Гао. Ингалу. В Сегу. Так, операцию. Я куплю космопорт просто за веру. Да, интересненько, конечно, за веру. Так, сколько мне не хватает? 7 ходов и не хватает 5 очков. Австралийцу самые жирные города достались. Там были. А сколько тут хрен удержишь, конечно. Так, еще всем спасибо. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Ну чё? Так, интересно сейчас момент. Грех, я тебе мир предлагаю. Грех, ты серьёзно? Может, в улучшенную баллистику лучше идти? Просто защиту. У меня за веру я же их покупать буду. Понимаете, да? Блин, я, конечно, смогу обратить, чтобы ислам, ну, получить бонус. Грека далеко в этом плане. Хочу апостолами сейчас попытаться города Горга обратить. У меня 10 ходов есть, пока мир действует. Но очень-очень маленький таймер. Вот игра через веру всегда требует дохрена микроконтроля. То есть это много всяких действий. Это тебе не просто там сидеть, накапливать науку, вот это вот все. Ты ж тратить надо еще постоянно. Thank you.
мать моя женщина. Одно очко до золотого века, 5 ходов. Мне надо было все-таки дальше ставить, наверное. Так, монумент ремонтируем. Ну что, ускорилась там демократия? Ускорилась. Торговец так себе. Ну вот инженер. Инженер неплохой. Грек предложил. Надо купить все. Кстати, ни одной еще золотой ГГшки не нашел. Купить за веру все. Еще я не использовал опять миссионерами, не походил, по-моему, да? О, Самос отваливается. Здорово, здорово. Блин, какая-то тварина, блин, ну, только я обратил в ислам, оказалось, что город какой-то уже у меня Эфес кто-то отобрал. Так, что у нас тут с апостолами? Это я хотел на Горга натравить их. Раз апостол мимо чуда природы. А есть ли у меня чудеса природы какие-нибудь? Ну, тут вот у австралийца, но он далеко, где-то тут. Австралийцы себе обмен кинули. У грека, по-моему, что-то было. Ладно, к религиозной баталии возьму. Ну, вот это неплохо, религиозный агитатор. Золотой век. Если юнит наземный встает на клетку с вражеским самолетом, ничего не происходит? Ничего не происходит. Да. Ну, а как он тут оказался? И
Да еще австралийцы не полностью обратил. Кстати, надо поторговать. У Горка ничего нету. У немца. Раз, два, три. Два, три. Горга, немец предложение. Алёш, встречная. Да блин, пока доберешься до этих предложений. Ну, тут надо чудо доделать. В ГАУ. Так, ну я думаю, что тут ничего мне не отваливается нигде. 8. Вообще 13. Что Виктора можно куда-нибудь пересадить в другое место. Так, что у нас тут с чудом? Арсакхас. Пускай. Я вообще Леонора на карте. Ее уже почти нет, успокойся. Узбегуйзе. Бордаук с рядом. Яйца, это, наверное, ее город. Даже не видел. Я скажу так, Франции уже почти нет на карте. Может про нее забыть. Трех мушкетеров создать. Кстати, это я все могу покупать. Не то, чтобы она мне так сильно нужна была. Я три мушкетера могу купить просто. Вот этого апнуть мушкетера. Вообще-то обидно. Блин, Лёш, неплохо, конечно. А почему у меня так города отваливаются? Это кто? Перекол. А ты в каком веке? Ты в нормальном, религия. А я в золотом. Плюс религия еще вроде решает. Да, еще религия. Лёш, посмотри предложение. Так, фес мой. Мой. Самое ё время моё. Вроде как что-то делать с лидерами двумя. Вы это вспомните, когда уже почти вся Франция захвачена? Ну... Кто у нас два лидера? Ну я считаю, скажу, два грека. Как будто самолет полетел. Я вам больше скажу, второй грек подключился тоже пилить меня. По очкам тут тройка идет ровно. По науке, ну у нас есть Перикл, который улетает. Перикл. Перекись водорода. Только вот и сравни их. Нет, науки, там 100 науки. Ну 100 науки разница, а когда ты все изучил, еще... решает. Погоди, план. Погоди, я тебе еще больше скажу, сейчас у грека будет еще плюс 3 города. Ну Периклу надо чуть тормознуть. Но если мы сейчас у него упоримся, то просто улетит Алексей. Или улетит Горга. Ну попросите Алексея, чтобы он вмешался. Прям так серьезно. Ну вот, собственно, еще один. Еще как можно это сделать. Алексей, так не будешь? Что? Рассматривать предложение. Я не успеваю ходить, я даже не смотрю ваше предложение еще. Что там? Военный союз. Я не буду никому сейчас войну объявлять, если ты там. Хочешь, я тебе в чем-то помог? А ты ни с кем не сможешь, потому что с Периклом ты в друзьях,
То есть через некоторое время только сможет быть, получится. Так что это задел на будущее, чтобы все-таки остановить кого-то из них. Понял. Так, Фес. Блин, барыга, чё за хрень? Какого хера ты Фес переманил, а? Тебе нехер делать? Я тебе просто этот, войну объявлю, просто чисто упороться в тебя. Пошёл, блин, Фес мне. Я единственное место, где науку получаю. Пошёл мне Фес переманил. Ну, ты у меня убил здесь ГГшку мою. Почему бы не переманить? Так ты там 200 науки в ход получал, а я получаю чисто, если я обращу города. Короче, ну, упорочка. Вот, ходишь, ходишь, упорочка, Борга, победа, упорочка. Ей. Ты, блин, специально пошел, прям забросил туда Амани с прокачкой полностью третьей. Да, Леша, специально, специально. Леша, чтобы тебе не дать, специально. С добрым утром. Что с добрым утром? Ну, я, Леша, говорю, что он в Армонгер, с добрым утром. Где нет, можно... в данном случае он не Вармонгер, просто сидели, нормально играли, в дружбе были, ничего не мешали, я... Ну так ты не ругайся, ты попроси, я уберу, может... Леша, ну логически подумай, как думаешь, он просто так это сделает? Убери, пожалуйста, из Феса Амани. Ну вот видишь, можно же было так сделать. Сейчас уберу. Можно было просто не ставить ее, то есть, ну... Это ж конкретно просто вражеский ход. Я понимаю, ты считаешь, что я Вавилон у тебя захватил, значит, типа, отдельно. Если бы Фес кто-то захватил, например, австралиец, я бы ничего не сказал. Мне не очень нравится, город. Видишь, что ты ходишь, тут очень много твоих этих религиозных. Так я никуда не денусь, я тебе все равно города буду обращать. Но теперь я буду это уже делать, знаешь, как вот прям... В упорку, чтобы там и в минус себе, но и в минус тебе тогда, раз ты вот так делаешь. Спокойно, спокойно. Ты успокойся. Не могу. О, 320 науки, как вам? Ну, правда, это столько, сколько науки вход у меня. О, еще тут обращено. Так, поехали в Каринф. Ну что, сможем? Горга, предложение. Так, ну тебе надо горгу обращать. Как сказал, карга? Горга. Да, я знаю, что хотел космопорт купить, но в принципе 200 вход, это за 7 ходов он построится. Мне пока одного космопорта достаточно. Австралиец, примешь, пожалуйста. Может, получится религии победить? Немец, перекрой снизу проход к Амбузу. А, мне союз нужен с тобой. О, блин, тащу. Получится. 60. Господи, сейчас. Видите, сейчас, еще у грека города отваливаются. Я их буду захватывать, кстати, самолетами. Особенно Парас. Да и Саунс. Союз. А, грек, чтобы потом не было вопросов, если Парас и Самос отвалятся, то я их буду захватывать. Особенно Парас, потому что там алюминий.
А еще и реликвии. Кстати, Горга, готовь. Религиозные юниты, я иду тебя обращать. Я его предупредил, чтобы реликвии попробовать получать. Вовремя. Так, что там с логистикой? Забрали уже инженера. Ясно. Ясно, понятно. Или это я его забрал? Блин, что ты? Ну а зачем я дружбу принял? Биг Бен рядом банком и центром коммерции. Где у меня побольше производства? Где вот у меня тут центр коммерции? О! Давайте-ка в очередь Биг Бен поставим. А как часто ты там играешь? Чистенько. Здрасте. Как часто люди... Как часто тут люди играют? Вообще никогда не играют. Случайное стечение обстоятельств. Два и семь. По-моему, ты его обидел. Так и задумывалось. Жестокий же ты. Что там у меня? По-моему, чаек. Ну, опять же. Я не через влияние играю. Так, что у нас по счету? Магического влияния, что это за оскорбление? У кого? У меня. Реально обидно было. Грек, а ты случаем не в темный век выходишь дальше? А? Барыга. У кого ты, Лёша, спрашивал? У барыги выходит он в темный век? Я выхожу в нормальный. Опять в нормальный? То есть та же фигня продолжится? Не, почему? Я первый раз нормально падаю. Причем тут ты? Ты привык два грека. Я три раза сказал барыга, барыга, барыга. Пульс паровой машины. Нужно ли мне производство, или мне лучше все-таки деньги взять? Знаете, деньги. Я же все-таки через деньги играю. Я денежный мальчик. Так, теперь спутники. Корга, конечно, все понимаю, но зачем тебе Леон? Блин, куда это я вышел? А где... И что, я зенитную пушку не могу купить? Ну, типа, за деньги, видимо, только, да? Да. Давайте подождем строительство Биг Бена. Я не думаю, что за 10 ходов в меня будут бросать ядерки. По-моему, Грек начал ядерки строить, кстати. Вроде побольше было. Рано. (Клёх)
Ну, я в зенитках давно, поэтому пускай. Мне не страшен серый лог. Во всех городах зенитки сложно поставить. Поверь, когда ты Мали, вообще изи. Да, сколько там тут денег? Миллиарды, наверное. Ну, 3000 сейчас. 3000 и плюс 700 вход. А зенитка стоит 700 как раз. Хорошо, нормально. У меня все нормально. Астралис, прими дружбу. На таких ходах я дружбу ни с кем принимать не буду. Ты веришь, что немец способен тебя как-то остановить? Ни религии, ни культуры, науки тоже немного. Дело не в том, что ты не остановишь, в том, что... Может, игра затянется, мне нужны будут очки. Рановато, правда. Ну, а там концерты уже пошли. Успеваю действовать пророками. Так, у этого что? К религиозной баталии. Плюс. А у этого... Распространение снижает других религий. Вот этого бы в центр сюда. А этого можно и тут. Использовать. Всем спасибо за их. До свидания. Спасибо, пока. Да, спасибо, давай, пока. Полк не отваливается. Каска. Нет. Минус 1.1. Блин, надо что-то сделать, чтобы он начал отваливаться. Посильнее. Какие там есть? Ну, есть губернаторы, например, Амани, да? Чужие города в пределах 9 клеток теряют 2 единицы лояльности за ход. Плюс эти. Рок-группы, но они для меня далековато. Где они вообще? Да блин, во, холодная война. Далеко. Блин, кто-то в Кангадабе. Да хотя бы право прохода дай. Стреляет. Это можно. Бедный японец, все свои кампуса вокруг вулкана растаял, они, видимо, у него постоянно ломались. Культурки все-таки мало. Прямо скажем.
перекат 100%. Скорее всего, перекат строят 2 или может даже 3 уже. Да пожалуйста, он либо в Горга, либо в меня будет бросать. Либо в немца. В меня как-то неприкольно, мне кажется, будет. Ну, мне кажется, немцы, ну, если захочется, он без ядера как-то едет. Да, немец, у тебя там... Короче. Как обстановка? Обстановка? Ну, истребители есть. Раз, два, три, города четыре, вроде пять, прикрыты. Блин, на две посмотрим, клетки конечно, дальше? Может, там что-нибудь... Или на три? Прилетит на три, то ядер. Он достает до Нияни. У меня кто-то кучу бабла тырит. Постоянно причем. Странно. Почему танк не сверяется? А, нефти. Так, ну я выйду в уран, а потом в роботов, наверное. Тем более, что в роботов через кучу всего надо пройти. О, первая ядерка полетела. Ну и в кого? Ну, в кого? В немца. Интересно. Так, а что тут культурной победой? Вон, я вижу, едут. Блин, может, меж шпионов эти два города посадить тогда лучше вообще? Так, за деньги я жду, когда Биг Бен построится. Поэтому деньги не трачу. Курорты, курорты. Давайте вот здесь шахты сделаем. Не знаю, Пер, зачем ты пилишь немца, если честно. Начки. Почему? Потому что у меня есть авиация, и я его сдерживаю. Без меня, точнее, со мной, он как с шилом. А ты его реально сдерживаешь, или он тебя забирает все-таки? Нет, ну как? У меня ядерки нету. У него только бомбардировщики. Судя по всему, он не может построить истребителей, чтобы вот зачистить а у меня небо. А ты в зенитке вышел? А вот это вот нет еще. Плохо. Лёд ну... через два хода спутник полетит. Он как бы тихонечко. Именно так. Улетаем. Ядерку можно было кинуть на порт, а не в немцы. Это наверняка, конечно, зенитки стоят. Австралиец, вот такое неопределимое желание... На тебя ядерок покидать. Тут как-то всю игру что-то против меня делаешь. Почему-то. И ты все на меня гонишь. Остальных я не вижу, я бы с радостью... Так открой общие очки, посмотри, какая наука у людей. Я уже молчу о культуре. Открой, как его. Наукой-то не выигрывают, а космопортами выигрывают. Зато культурой выигрывают. И туризмом выигрывают. По науке, кстати, Лёша лидер. Почему я лидер? Ну, потому что у тебя больше всего науки. Да, только у меня 52 техи, а у грека 60 тех. И больше всех науки, то есть у грека на 7 меньше. Я просто не знаю, в чем вы меня пытаетесь удивить, убедить, что я лидер в игре? Конечно. Понятно. Хорошо.
черный список. Тут никто никого ничем не убеждает. Ну, австралиец, ты всю игру рассказываешь, как у меня все классно. Я же больше никого не вижу. Давай сговорись с греком, распили меня, вот и все. И ты потом проиграешь, потому что у грека уже полкарты есть. Вместо того, чтобы поплыть, например, на своих подлодках и греку мешать с другой стороны, ты все рассказываешь, как у меня все хорошо. Да, если я помешаю греку, то ты улетишь. Несомненно. Мне бы по-хорошему, чтобы вы друг друга начали. Да. Мне кажется, не надо было с австралийцем мириться, надо было его выносить. Просто, потому что какая-то как шило. Даже немец улететь успеет. Давайте, наверное, Пингалу. Или, может, Амани. Не, немец закончился. Блин. Если только в меня денег не вольют. Вместе с алюминием. Грек, что за моего шпиона хочешь? Перикл или кто? Перикл. А что ты хочешь мне предложить? 50 золота. Классное предложение. Ну, да, насколько ну, ты хочешь. Ему шпиона. Пусть он там прокачивает и сидит. Ну, 500, например. Понимали, то не отдавайте. Каких условий. Кто там говорит не отдавать? Кто это говорит не отдавать? Это не я. Горга, наверное. Давай за 200 хотя бы, блин. 200 за шпиона сейчас? Перикл. Ты издеваешься? Он мали, у него 700 золота вход. Крути цены, как мне. Еее, 300 науки. Я слышал, что Мали должны вроде как в пустыне жить. Да, вот я тоже очень рад своему месту. Вообще нету пустыни. Мое место похоже у японца. Вон у него там, где Петра. Да. Странно. О! Мне кто-то убил апостола, да? Я реликвию получил. Давайте, больше. Ну что, может космопорт поставим или еще потерпим? То есть я могу уже вот космопорт, видите, 1440 вот сюда куда-нибудь бахнуть. Стоит ли спешить? Я думаю, нет. О, так я тут... А что за Аделаида? Прекрасный город Аделаида. А на алюминии стоит. Понял. Аделаида, да, классный город.
Может, театралочку здесь организовать. Я гавань так и не открыл, да? Ладно, ну мне уран хотя бы. Грек, дружбу продолжим? Перикл, который... Перикл, да, давай. Не продлевай, не продлевай. Ты прикалываешься? Он религии обращать. Он религии обращать будет. Если, он, если сейчас ты продолжишь религию, он сейчас всех обратит молча в религию. Почему всех? Горга, ты чего не сопротивляешься? Я тебе почему предупредил, что я иду? Я хочу, чтобы ты мне убивал моих апостолов, чтобы я реликвии получал. У тебя у все меня... города обращены, так нет, делай... У меня нет религии на это. Ну, здорово, здорово, ты не хочешь дружочка и при этом сам не хочешь нифига делать. Дружба закончится, начну давить. Будут я у тебя реликвии. Ну так чё, Перикл? Ну, слушай, наверное, нет. Ну, тогда я ядерки в тебя буду бросать. Ну, бросай. Окей. Господи, слава богу, слава богу. Сейчас пойдет контент. Придется покупать. Абзыркачек. С этой стороны. Тем не менее, кстати, высадка на Луну плюс. А я пересадил, интересно, шпиона? Пересаживаю. Хорошо. Что у нас с ураном? Уран есть. Причем у меня тут стоит сразу мой юнит. Отлично. Лёша, ты можешь чуть-чуть сбросить угля? Хотя нет, не надо. У меня его ноль. Так, а что у нас с ускорениями? Я могу что-нибудь ускорить вообще? Уничтожьте юнит класса истребителя, откройте глобализацию. Да, это вряд ли. Так, демократия еще не открыта, да? Ну, шпиона... Блин, первый посол до сих пор стоит. Плюс два влияния. Трындец. Содержание юнитов. Давайте. А две Греции воюют друг с другом в школу? Лёша, может 200 монет закинуть? Так, австралиец, ты не будешь союз делать, да? Австралиец? Наверное, пока не рискну.
А Горга будешь союз делать? Зачем? Ну, мне надо с кем-то союз караваны пускать. Да нет, Леша. Пока нет. Перикл. Не, я не буду, спасибо. Ну смотри, австралийцы, они вдвоем, два грека сидят в союзе между собой, а мы без бонусов. Ну, я тебе могу предложить распилить одного грека тогда. Будут они не в союзе. Ну, давай распилим, только мне союз нужен. А ядерку в лицо? Ты думаешь, у них нет? Ядерный апокалипсис можно устроить вообще сказочно. Да-да. Ну, так что, австралиец? Нет, союз я ни с кем заключать не буду, мало ли что произойдет. Ну, ты понимаешь, что у тебя соперники сидят в союзе, получают бонусы. Ты не заключаешь... То есть, что может произойти? Расскажи. У нас еще... 40... 32... Не, подожди, сколько тут? 42 хода. 42 хода. Союз 20 ходов. Что может произойти? Я тебя уже обратил в религию. Мне не надо тебя обращать. То есть, в чем проблема? Во-первых, ты не все мои города обратил. Во-вторых... Хорошо, я тебе обещаю не обращать твои города. Вообще, я не буду туда посылать. Если бы ты еще обещал не строить проекты в Космополис, тогда спокойно. Да господи, да впереди... Ты, блин, ну ты посмотри по счету, ну впереди оба грека, они получают бонусы от союза друг с другом, они посылают караваны. Ты нас обрекаешь в том, чтобы мы отставали от них. Так мы отстаем от них, у тебя нету ни с кем союза, я понимаю, если бы у тебя был в союзе с кем-то. У тебя нету союза, у меня нету союза, и мы такие вдвоем с тобой сидим, радостно продолжаем отставать. Союз — это производство, производство и деньги. Просто давай тогда сносить греков. На это я согласен. Я не буду сносить грека без союза. Очень жаль. Блин, вы можете объяснить мне идею того, что сейчас делает австралиец? То есть люди, вот эти два человека, два лидера... Поясняю, вот у них грех столько же науки, сколько... О, 516, да? Такие же лидеры. И плюс у них еще культуры немерено. Они между собой в союзе посылают караваны. Этот чувак делает так, чтобы мы не получаем бонусы. Он ни с кем не в союзе, понимаете? Блин, просто нет слов. Тут такое дело, пока вы болтологией занимаетесь, единственный воюет это не... У которого 193 науки вход. Вам не стыдно? Там скорее немец падает, я бы сказал, более корректно. Немец падает? Ну это вот очень... Да, вот очень... Не точно. Не точно? Ну ладно, я могу ошибаться, не спорю. Конечно, немец там не выдержит натиска грека, но нет шансов. Два грека его попилит, если что. Ну... Выдержу, если еще в меня будет что-нибудь вливать. Я очень сомневаюсь, что в тебя тут... Да. То есть мне надо вот это менять. Хрень. Так, ладно, что у нас по послам? Вообще-то тут Лёша улетает в космос, но это так. Эрика. Как я улетаю в космос? Космопортом. Ну, боже, вы построите космопорт и тоже будете улетать. Вы вообще играли в Gathering Storm? Вы знаете, как тут улетать? Не, я первый раз играю. И я тоже. Для того, чтобы тут улететь, это надо дохрена всего открыть. И еще неизвестно вот в этих вот закрытых вопросиками теха, где оно все будет. Я просто строю в одном городе, я могу построить, я это строю.
Кто там Канди захватил? Кто на кого нападает? Грек на немца или немец на грека? Почему Брудаугс падает? Тут все сложно. Малия, дай денег, пожалуйста. Ну, очень нужно. На этом пока все. Спонсоры канала могут увидеть продолжение прямо сейчас во вкладке «Сообщество», а для всех остальных продолжение выйдет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!